6 августа 2019 года в 18:20 на 442 километре Фатым-5 Урал Зубово-Полянского района Республики Мордовия гражданин Республики Узбекистан 88 года рождения, управляя автомашиной ДАФ с полуприцепом, двигаясь в направлении города Москва, не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части. В результате ДТП водитель вышеуказанной автомашины доставлен в Зубово-Полянскую ЦРБ с различными травмами. Пассажир, находящийся на правом сидении, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Андрей Вишняков, государственный инспектор безопасности дорожного движения, отделение госавтоинспекции, отдела МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району.